Ну, московские в Туле уже работают два сосудистых центра, где оказывают высокотехнологичную помощь и спасают человеческие жизни. Сегодня в рамках нашего проекта здравоохранения мы открываем третий сосудистый центр, который оснащен, укомплектован всем необходимым для оказания современной помощи. Ежегодно проводится в регионе порядка 1700 сложнейших операций для больных с патологией сосудистой. В процентном соотношении количество этих операций современных и высокотехнологичных увеличится на 30%, а это человеческие спасенные жизни.